Парк Бальбоа – это исторический городской культурный парк площадью 1200 акров, расположенный в Сан-Диего, Калифорния. Сделаем короткую прогулку по нему и узнаем, что в нем интересного. Помимо садов и пешеходных дорожек, здесь есть музеи, несколько театров и зоопарк. Также есть места для отдыха, несколько сувенирных магазинов и рестораны. Парк был открыт публично в 1835 году и является одним из старейших в Соединенных Штатах, предназначенных для общественного отдыха. Он управляется и обслуживается Департаментом парков и отдыха города Сан-Диего. Комплекс коттеджей в парке Бальбоа в Сан-Диего, построенный для Калифорнийской Тихоокеанской международной выставки 1935 года. В них в настоящее время размещаются 33 группы из разных стран, которые содействуют мультикультурной доброй воле и взаимопониманию посредством образовательных и культурных программ. Группы, у которых нет собственного коттеджа, встречаются в соседнем зале наций. Ассоциация ООН в Сан-Диего работает отдельно в главном здании ООН. Джон Ди Спреклс, сын сахарного магната Клауса Спреклса, был одним из самых богатых жителей округа Сан-Диего. Он поддержал Панамско-Калифорнийскую выставку, и во время ее строительства он и его брат Адольф Би Спреклс 31 декабря 1914 года подарили органный павильон народу Сан-Диего и людям всего мира. Сад японской дружбы, также известный как Санкей-эн, представляет собой японский сад площадью 12 акров. Это выражение дружбы между Сан-Диего и его японским городом-побратимой Иокогамой, которая объединяет две культуры и создает уникальный опыт для посетителей со всего мира. Ежегодно сад посещают более 240 тысяч человек со всех концов США и мира. Представляя собой новую концепцию развития японского сада за пределами Японии, японский сад дружбы призван создать атмосферу элегантной простоты и тихой красоты. Что же касается особенностей, сад хорошо известен своим уникальным расположением, зданиями в стиле сукиа, прудами с кои и ландшафтными выставками. В саду японской дружбы также проводится множество местных образовательных программ, мероприятий, фестивалей, уроков садоводства, посвященных взаимосвязи между природой и японской культурой. И
Японский сад дружбы был построен и продолжает поддерживаться в соответствии с философией, согласно которой сад всегда находится в состоянии изменений, но основные элементы деревьев, кустарников, камней и воды, созданные в естественном равновесии, создают мирную, гармоничную и трансцендентную атмосферу, обстановка, способствующая созерцанию и медитации. Стоит также отметить, что в Японском саду дружбы проводятся ежегодные фестивали цветения сакуры. Парки Бальбоа проходили Панамско-Калифорнийская выставка 1915-16 годов и Калифорнийско-Тихоокеанская международная выставка 1935-36 годов, которые оставили после себя архитектурные достопримечательности. Парк и его выставочное здание были объявлены национальным историческим памятником в 1977 году и внесены в Национальный реестр исторических мест.
Многие из оригинальных деревьев были посажены известным американским ландшафтным архитектором, ботаником, растениеводом и садовником Кейт Сейшенс. Один из первых сторонников использования засухоустойчивых и местных калифорнийских растений в садовом дизайне, Сейшенс основала питомник для размножения и выращивания растений для парка и публики.